Фонд «Казахстан халқына» был создан всего полгода назад. За это время сделано немало. Однако пришло время подняться на новую ступень. Настало время решать проблемы. И сейчас важно выслушать казахстанцев. Об этом говорит председатель фонда Болат Джамишев. Свои заявки фонд «Физические лица» могут подать онлайн. В настоящее время на нашу цифровую платформу поступило более 38 тысяч обращений. В том числе из Акмолинской области поступило 776 обращений. Поданы такие заявки, как покупка дома, закрытие кредита, выплата займа. Проведена аналитическая работа. Соответствующее решение принято. В ближайшее время во всех регионах Казахстана пройдут встречи в формате круглого стола. Будут заслушаны мнения граждан. Все предложения будут проанализированы, после чего будет принято соответствующее решение. И только после этого будет утверждена новая концепция фонда. По образованию у нас тоже есть ряд предложений. Мы на сегодня не можем получить бесплатно второе высшее образование. Дело в том, что человек, получив травму, либо какое-то заболевание, он не может работать по той специальности, по диплому. Ему необходимо перепрофилироваться, получить другую профессию. Нам нужен все-таки, нужна структура, которая будет работать с этими людьми, определять статус, определять их потребности, обсуждать с ними их желание куда-либо там поступить, поменять профессию, договариваться с этим учебным заведением там, или профцентром по подготовке, помогать готовить договоры и с тем, чтобы мы могли. Но это я зафиксировал, мы будем думать, как это сделать. Предложений много, и их необходимо реализовать. Вместе с предложениями допустимые высказывания путей решения той или иной проблемы. Необходимо создать специальный проект, в котором будут рассчитаны необходимые критерии и стоимость. Детально предложения могут быть рассмотрены только тогда. В завершении встречи подписан меморандум о сотрудничестве между Общественным фондом «Казахстан халқына» и Акиматом Акмолинской области. Сәния Құбжасарова, Умсындық Наурызбаева, Жүрсін Мырзақ, Көкше, Ақпарат.